Капустникам отметили Международный день солидарности студентов в Заинском политехническом колледже. Это традиционное мероприятие объединяет студентов всех курсов. Оно дает возможность блеснуть своими талантами перед однокашниками и преподавателями. Особенно волнуется первый курс. Кораблев Андрей уже при поступлении в колледж знал, что станет активным участником всех мероприятий, разумеется, не забывая об учебе. Да, надо вливаться в стихию. Для чего? Чтобы жизнь была весела и не скучна. А вот Рафаэль Гарабшин хоть и не особенно стремится на сцену и к популярности, но в «Капустнике» участвовал по практическим соображениям. Выбрал жанр миниатюры. Развивается память, запоминание текста, потом всяких сценариев, потом, и плюс эмоции, актерское мастерство. Особой драматургии в сценарии нет. Участники показывали скорее не номера, а свои способности, игра на музыкальных инструментах, сценки студенческой жизни, танцы. Третьекурсник Иван Чебаков решил исполнить песню Дениса Майданова. Зал поддержал выбор аплодисментами. Студент с большим опытом культурной жизни колледжа считает, что подготовка к концерту объединяет всех. В первую очередь это хорошее отношение в коллективе, в группе, сплочение своеобразное, теплые отношения, много приятных моментов. И, честно скажу, если бы не было таких конкурсов, фестивалей и всего прочего, было бы просто скучно. Девичьих номеров в концерте немного, всего 4 участницы. Это особенность мероприятий колледжа. Парней на сцене всегда больше. Зато студентки – самые благодарные зрители.